дни памяти были царской семьи. И как раз вот «Храм на крови» с Валентиной Васильевной была заснята вот эта песня «Ангел мой». Да? Есть у вас вот именно этот вариант? Именно он. Да, и как раз вот в епархии там был концерт, и я вот в конце концерта включил этот ролик, и получилось очень даже интересно, потому что ну, это возвращение к тому же месту, где вот эта песня была спета. Я в конце своего концерта включил этот ролик с Валентиной Васильевной. Вот это было потрясающе. То есть, вот, давайте его посмотрим. Погромче.